Рекордная явка и конкуренция. Так прошли дополнительные выборы в селе Гидерим. Это Рыбницкий район. В это воскресенье здесь выбирали главу села. Прошлый ушел с должности по состоянию здоровья. На место главы претендовали 3 кандидата. Хотелось бы, чтобы был порядок в селе, чтобы все это исполнялось у нас. И чтобы выбрали главу администрации. Ну, так поэтому и чтобы было хорошо. Чтобы село наше жило. Я сама как бы в городе проживаю, а прописана в самом селе. И когда приезжаю в село, и мне как бы хочется, чтобы в селе было бы все как положено, как должно быть. Наше село живое. Есть в чем выбирать. Кандидатуры есть. Достойные, между прочим, все кандидатуры. Так что мы с радостью идем на выборы и приглашаем всех в гости к нам в Гидерим. В том числе Первый канал почаще. Жители Гидерима активно проголосовали, ну а к концу дня явка и вовсе была более 53%. Люди приходят с желанием, выбирают главу администрации и надеются на процветание нашего села. У нас много людей престарелого возраста, поэтому члены комиссии выехали с переносной урной для голосования вне помещения. Главой села Гидерим стала Ольга Китикарь. Она набрала голосов в 2 раза больше, чем конкуренты.